Российские миротворцы продолжают сопровождение перевозки оружия и боеприпасов в Карабах незаконными армянскими вооруженными формированиями. В социальных сетях распространились кадры, на которых видно движение колонны принадлежащих сепаратистам автомобилей, движущихся по дороге Ханкенди-Халфали в сопровождении российских миротворцев. Военная колонна осуществляет снабжение боевых позиций сепаратистов. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.